60 лет они отстаивали права своих коллег. Северодвинский профсоюз работников культуры сегодня отмечает юбилей. Поздравления члены и ветераны союза в этот день принимали от руководства города и представителей самых крупных правкомов различных предприятий. Торжественное собрание решили провести в колыбели культурной жизни Северодвинска в городском краеведческом музее. Главное – отстаивать интересы сотрудников, считают эти люди. Сегодня 60-летний юбилей отмечает Северодвинский профсоюз работников культуры. Сейчас это 701 человек и 60% от всех горожан, так или иначе связанных с культурой, дополнительным образованием и даже торговлей. Чтобы отметить знаменательную дату, в одном из залов городского краеведческого музея собрались настоящие и бывшие члены профсоюза. Нам очень помогает как организационно, так и материально, потому что без их помощи материальной нам просто-напросто ничего не провести. Поэтому Совет ветеранов в большом неоплатном долгу перед профсоюзной организацией нашего города. Вообще главная наша задача – это, конечно, бороться за улучшение жизненного уровня, за повышение зарплаты работникам учреждений культуры. Вы знаете, что всегда оплачивался наш труд по остаточному принципу, и он уже, конечно, нас не устраивает. С требованием повышения зарплаты и внесения культуры в список федеральных нацпроектов члены профсоюза выйдут на митинг 1 мая. Ну а пока представители почти всех из 12 первичных организаций вспомнили об истории профсоюзного движения в нашем городе и поздравили ветеранов. А некоторые члены профсоюза сегодня получили грамоты и благодарности от администрации Северодвинска, Совета депутатов и Архангельского представительства Российского профсоюза работников культуры.